Суд повторно восстановил Екатерину Амосову в должности ректора медицинского университета имени Богомольца. Более того, судья запретила Минздраву проводить проверку вуза. Напомню, 6 марта исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во второй раз отстранила Амосову от работы. Главная причина – Киевский медуниверситет стал единственным в стране, где студенты-стоматологи третьего курса не сдали экзамен ШАГ. Без этого теста их не переведут на следующий курс. А вот Амосова свое отстранение называет расправой со стороны министерства.